Всем привет, с вами Миша Голд. Распаковочка маленьких пакетов сегодня. Понятия не имею, что это такое пришло. Заказывал еще до Нового года. И так долго все идет, просто вот такая вот распаковка. Очень быстрая, я бы сказал, молниеносная. Одна вот такая вот насадка в сети долбанного M-Video стоит 400 рублей. Здесь 4 насадки по цене 75, по-моему, 75 рублей, да. Делайте выводы. M-Video, вы просто зажрались и охренели уже. Итак, сейчас проверим. Собственно, я и не сомневаюсь, что подойдет, но доверяй, но проверяй. Тем более, что мою насадочку уже пора менять. Все работает, все отлично подходит. Абсолютно. Идентичные. Пластик похожий. Кольца разноцветные присутствуют. Все, за исключением колпачка. Ну, колпачок можно сполоснуть и уже одевать сюда его. Также он прекрасно подходит, даже плотнее садится. Единственная разница у фирменных надпись. Здесь надписи нету никакой. По мягкости вполне, вполне. Цветовая полоска, индикатор, вы видите, есть голубенькие, ворс голубенький, который обесцвечивается при долгом использовании. Шло очень долго, уже замена должна была состояться давно. Но я повторюсь, то ли в связи с Новым годом, с празднованием Нового года, российской доблестной почтой, отправление очень-очень-очень долго шло. Вот, даже на удивление долго. Все замечательно работает, поэтому делайте выводы. Не стоит покупать расходные материалы там, где продавец делает бешеную накрутку. Всем удачных покупок, всем полезных и удачных покупок. С вами был Миша Голд. Всего доброго.